Ну и вот 15-й год. Чемпионат Европы ты воспринимаешь уже по-другому. Да. Ты уже едешь туда, скажем так, не в багаже. Да. Как бы это грубо ни звучало, да, ты едешь там доказывать, показывать. Там с такой со спортивной злобой ехал и там, доказать. И там что-то ты очень злая какая-то была. Ну, потому что Юрий Николаевич Маричев год говорил, что заряжка никакая. Я думаю, я тебе покажу, какая я какая. Ну, это, видимо, тоже как раз череда того, что ты вроде там позлился, тут потренировался, отдохнул. Ну, опять элемент мотивации хоть тоже может работать. Да, да. То есть все равно у тебя был такой отдых, переключение, ты вроде не совсем там на пляже, там лежа пролежал, как бы, но минутка того, что, типа, доказать из серии. Так, посмотрите сюда. Ну, это уже это я с феерией вспоминаю, потому что какие-то вещи просто стираются. Тебе говорят, а ты помнишь там вот эту игру? А я вообще ничего не помню. То есть потому что очень эмоционально, очень энергозатратно.